Дорогие петербуржцы, 20 марта в городе Иркутске, в 60 километрах от озера Байкал, состоялся митинг, который проходил под лозунгом «Спасая Байкал, спасем Россию». Митинг проходил по инициативе байкальского движения, участником которого я являюсь с 1987 года. И от имени байкальского движения и нашего митинга я вас приветствую. Что нужно обязательно сказать? Надо сказать, что Байкал нуждается в нашей защите, и одновременно он является той огромной линзой, тем огромным увеличительным стеклом, которое все наши российские проблемы очень ярко и выпукло показывает. Одна из этих проблем состоит в том, что, как в далеком 1974 году сказал Александр Исаевич Солженицын, а что мы можем? Мы ничего не можем. На самом деле мы можем все. Нам надо взять ответственность за нашу страну, за наш Байкал на себя. И так, как мы говорили на митинге, в заключение нашего митинга сказать: Байкал наш, Байкал наш.